Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами видеоканал сайта dvplay.ru. В этом обзоре вы сможете познакомиться с портативным телевизором ePlutus EP1019. Для тех, кто впервые слышит название торговой марки ePlutus, скажу, что принадлежит она китайской компании Richmond International Development, а изделия, выпускаемые под этой торговой маркой, весьма популярные у нас в России и пользуются как бы заслуженным доверием покупателей. Итак, знакомьтесь, портативный ЖК-телевизор ePlutus EP1019 с функцией цифровой фоторамки. Поставляется он вот в такой вот традиционной фирменной коробке, на которой перечислены основные особенности телевизора. В комплект поставки входит непосредственно сам портативный телевизор ePlutus EP1019, внешняя телевизионная антенна с креплением на магните в виде вот такой вот маленькой тоненькой проволочки, сетевой импульсный блок питания, адаптер питания для автомобильного прикуривателя, инфракрасный пульт дистанционного управления, наушники, композитный аудио-видеокабель, VGA-кабель, а также инструкции по эксплуатации и гарантийный талончик. Сразу же отмечу, что пульт дистанционного управления питается от двух мизинчиковых батареек, то есть формата 3А, но в комплект эти батарейки не входят, их придется приобретать отдельно. Телевизор ePlutus EP1019 по своим габаритным размерам довольно компактный, и его внешний вид во многом благодаря вот этой вот откидывающейся подставочке напоминает обычную цифровую фоторамку. На тыльной стороне здесь расположены два динамика, а также есть еще гайка с резьбой, которая полностью соответствует резьбе штативов, на которые обычно крепятся фотоаппараты и видеокамеры. Практически всю лицевую сторону телевизора занимает жидкокристаллический дисплей со светодиодной подсветкой. Диагональ этого экрана составляет 10,2 дюйма, или по-нашему 26 сантиметров. Соотношение сторон 16 к 9. Разрешение 1024 на 600 точек. Контрастность 300 к 1, яркость 300 кандел на метр квадратный. По характеристикам этим можно сделать вывод о том, что матрица довольно бюджетная, и ждать от нее картинку супер-пупер качественную совершенно не следует. Управление портативным ЖК-телевизором ePlutus EP1019 может осуществляться как с помощью имеющегося в комплекте пульта дистанционного управления, так и с помощью вот этих вот кнопок, которые вынесены на правый торец корпуса телевизора. Из коммутационных разъемов в этом устройстве имеется вход под обычную антенну, есть разъем VGA, есть композитный аудио-видео вход аналоговый, есть аудио-видео выход аналоговый, опять же, есть гнездо для подключения наушников, есть вход HDMI, есть вход USB для подключения внешних USB-устройств. Это индикатор зарядки, то есть во время зарядки аккумулятора лампочка горит красным, когда аккумулятор заряжен, она зеленая. Вход для подключения адаптера питания и выключатель, который, ну, как бы основной выключатель. Не просто в спящий режим, как с пульта, а совсем полное отключение питания. На верхнем торце устройства находится слот для подключения карточек памяти. Поддерживаются форматы SD, MMC и Memory Stick. ePlutus EP1019 оснащен аналоговым телевизионным тюнером и имеет стандартный вход для подключения обычной телевизионной антенны. Он способен принимать любые эфирные телевизионные аналоговые каналы. И, ну, естественно, что для качественного приема нужна нормальная телевизионная антенна, а не эта проволочка, которая входит в комплект поставки. Поддерживаются все имеющиеся системы цветности PAL-SECAM NTSC и различные системы звукового сопровождения. Прием же эфирных цифровых каналов возможен только с использованием дополнительного внешнего цифрового телевизионного ресивера. А для подключения можно использовать этот вот аналоговый композитный вход, который здесь есть, и использовать кабель, который входит в комплект поставки данного телевизора. Кроме приема телевизионного сигнала, ePlutus EP1019 обладает встроенным медиаплеером, ну, который может воспроизводить разнообразный контент с цифровых носителей, таких как USB-флешки или карты памяти. Вот у меня здесь подключена USB-флешка и вставлена карточка памяти. Карточка памяти, видите, она вот так вот торчит наполовину. Вот таким образом она туда и устанавливается. Никуда глубже она не входит. Ну и давайте посмотрим, как он
воспроизводит какой-нибудь контент. То есть вот эта функция фоторамки, те, которую можно использовать. То есть просто-напросто у меня на флешке записано несколько изображений, и вот он их перелистывает в произвольном порядке. Можно установить, можно там задать порядок как бы воспроизведения этих картинок. Ну, таким вот образом это идет. Можно вернуться теперь, допустим, музыкальный файл. Кстати, звук в динамиках вполне достойный. То есть вот вы сами видите сейчас шкала, то есть это вот половина громкости. Для портативного устройства очень даже неплохо. Еще он может проигрывать видеофайлы. Что там, аудиоформат не поддерживается. Ну, это я конвертировал DVD-диск и задал не тот аудиоформат, немножко не тот, который поддерживает этот. Поддерживает он из аудиоформатов, только VMA и MP3 поддерживает. То есть можно ускорять, перемотки включать там, предыдущий смотреть, останавливать. То есть все это есть как в обычном, я бы сказал, медиаплеере. Еще здесь вот из этой же менюшки следует, что он может воспроизводить текстовые файлы. Ну и вот так вот на нем выглядит текстовый файл. То есть влево-вправо я пультом двигаю, и вот книжка в текстовом файле. У меня здесь «Волшебник изумрудного города». Ну что можно еще сказать? Поддерживаемые форматы. Значит, форматы видео у него поддерживаются. Это AVI, Video CD, MPEG-4 с кодеками DVX. Там DVX-3, DVX-4, DVX-5, XVID и так далее. Вот. Никакие матроски, МКВ не поддерживаются. Форматы аудио я уже говорил. Это MP3 и VMA. И поддерживаемые форматы и фотографии — это JPEG. Конечно, по представленным характеристикам видно, что этот медиаплеер не самый, так сказать, всеядный, но все же довольно универсальный. То есть много чего он умеет и много чем он может порадовать. А еще наличие аналогового аудио-видео входа у Eplutus EP1019 натолкнуло меня на мысль о том, что к нему же можно подключить и портативную игровую приставку. То есть для того, чтобы, например, ребенок в автомобиле мог комфортно поиграть. Я взял вот такой вот соединитель для тюльпанов, колокольчиков или разъемов RCA, кому как больше нравится это все называется. Подключил их сюда, и можно теперь вывести изображение с приставки на этот телевизор и даже поиграть. Так, это контакты. То есть вот, управляя кнопками приставки, я получаю картинку на телевизоре. Вернее, управляю картинкой на телевизоре. И, пожалуйста, можно вполне поиграть. То есть ребенок сможет не только смотреть мультики, слушать музыку или смотреть фотографии, но сможет и использовать какую-нибудь портативную приставку, которая способна подключаться к телевизору. Тем более есть входы HDMI, там, я не знаю, всевозможные входы. То есть к этому устройству можно подключить все, что угодно. Единственное, что мне не понравилось, это то, что в комплекте поставки отсутствуют какие-либо устройства для крепления этого телевизора к подголовнику автомобиля. Есть только вот гайка, о которой я вам говорил, да, как на штативе фотоаппаратов, но никакого дополнительного устройства для крепления не присутствует. И лично мне все-таки показалось, что Eplutus EP1019 логичнее использовать в машине, чтобы занять, например, детей в дальних поездках играми или сказками с мультиками, нежели пользоваться этим телевизором в каких-либо стационарных условиях. Потому что размер экрана не очень велик, углы обзора тоже оставляют как бы желать лучшего и не подходят для большой компании. А вот эта вот откидная подставка при малейшем движении, вот видите, она сложилась, и он начинает падать. То есть как бы двигать его на столе нельзя. Если он просто закреплен, то это все нормально. Вот. Да и с пультом управления, вот с этим вот пультом управления приходится довольно четко прицеливаться в этот вот
который здесь есть, приемник инфракрасного сигнала для того, чтобы луч туда попадал. Ну и, наконец, подводя итоги, могу отметить, что портативные ЖК-телевизоры Bluetooth EP1019, как и любая техника, в общем-то, не лишен недостатков, но все-таки его достоинства эти недостатки перевешивают. Он с успехом сочетает в себе функции телевизора и довольно неплохого медиаплеера. При этом продается этот Bluetooth по весьма демократичной цене. Ну и чтобы узнать актуальную цену и при желании приобрести портативный ЖК-телевизор и Bluetooth EP1019 с функцией цифровой фоторамки, просто перейдите на сайт DiviPlay по ссылке, которая находится под этим видеороликом. До встречи!